Всем привет! С вами Наташа. Рада вас приветствовать на своем канале. Ну, сегодня у меня немножко готовочка. Покажу, что я готовила. Если интересно, оставайтесь со мной. Так, буду солить кильку. Здесь головы. Смотрите, много голов получилось. Здесь без кишек. Если где кое-где молоко и корка есть. Вот так килечку обезглавила. И буду... Так, у меня тетрадка моя. И вот так я солю. Засолка рыбы. Такой рецептик у меня. Когда работала, со мной работала девочка, ее мама Санта Бремер работала. Она сказала, вот по такому рецепту Санти Бремер солят рыбу. 4 чайные ложки соли, 1 десертная сахара, 2 чайные ложки уксуса на пол-литра кипяченой воды. Специи по вкусу. Ну, вот так и засолю. Так, вот так выглядят котлеты, которые у меня разморозились. Я в сухарях их, не в сухарях этих, в батоне кубиками. В яйце и батоне обваляла и поджарила. А так вкусно пахли, одну же я схомячила. То есть у меня варится картошка на пюре, и Маша будет кушать. Еще огурчики у меня остались. Ну все, ужин готов. Пюрешечка с котлеткой, с огурчиком, горячий чаек. Это все, что осталось от тортика. Так, я добавила здесь лавровый лист молотый, кориандр молотый. Здесь горчица горошком беленькая. И размяла пару горошин душистого перца. Все, сахар, соль, уксус я сюда добавила. Все, сейчас у меня остынет вода. Здесь пол-литра кипяченая. И я залью. То есть, если горячее залить, оно сварит. И накрою клееночкой. Ну, размешаю, накрою клееночкой и поставлю в холодильник. Пускай маринуется. Все залила. И сейчас накрою блюдечком, а сверху пленочкой. Так, чтобы не обветривалась. Ну, можно даже пленочкой не накрывать. Все, и пускай солится. У нас сегодня похолодало. Обещаю до минус 6 ночью. Так что у меня вовремя пришли штаны с Китая. Я вам сниму обзорчик. Ну, а сейчас я покажу, как я засолила килечку. Килечка уже готова. Ее кушаем с лучком, с картошечкой, с маслицем. Очень вкусно. Берем луковичку. Сейчас мы ее нарежем. Хватит половиночки. Смотрите, какая она красивая. Супер. Так, выложила килечку и поливаем маслицем. Обычно я люблю кушать с картошкой в мундирах. Макать в это маслице, немножко можно соли. Ну, а так как килька... Но сегодня она мало соленая. Вот она сутки постояла, она мало соленая. Чуть подольше постоит, она будет нормальная. Но кто любит малосоленую, можно через день. Кто любит такую нормальную, просоленную, можно 2-3 дня. Очень она вкусная. Я ей также солю этим рецептом селедку. Скумбрию можно солить. Рецепт очень хороший. Подходит вот именно к селедке, кильке, скумбрии, к такой вот рыбке. Так что попробуйте, приготовьте. Я думаю, вам тоже понравится.